После закрытия сезона на льду хоккейная команда решила выйти на футбольное поле. В качестве соперников пригласили полицейских. Силовики идею поддержали, тем более, что в дружеских матчах они частые гости. Пару недель назад встречались со студентами. У каждого свой график дежурств. Кто вот сегодня был свободен, тот и откликнулся. А кто сегодня в команде? Ну, в основном сегодня дежурная часть, которая как раз суточный режим. И есть пару сотрудников, которые сейчас находятся в отпуске, и они не отказали нам. Полицейских выбрали, потому что, это наша сила, защита. И это люди, на которых нужно равняться и могут показать пример, что они не только защищают наш город и наши жизни наших детей, но еще прекрасно играют в футбол, также любят детей и открытые душой. Игроки обоих команд – ребята сильные и физически подготовленные. Полицейские регулярно посещают тренажерный и спортзал. У хоккеистов ежедневные тренировки на льду. И даже сейчас, сменив коньки на бутсы, нефтеюганские медведи в своих силах уверены. Тем более, что футбол технически схож с хоккеем. Ну, у нас техника катания хорошая и быстрота. Они тоже ведь бегают быстро. Мне кажется, у нас силы равны. Ну, хоть мы и молодые, но мы можем побыстрее чуть быть. Но все равно мы одинаковые. Настрой есть, вдохновение тоже есть. Мы не переживаем, мы знаем то, что мы сильные. Мы победим это точно, потому что мы дружная команда. У нас это есть всегда. Всю игру мяч долго не задерживался на одной половине поля. Его уводили от одних ворот к другим, играли по всей площадке. И несмотря на то, что уступать никто не хотел, по отношению к соперникам вели себя уважительно. Первый тайм закончили в ничью 5-5. Побыстрее нас будут. Ну и как бы такое мышление у них прям на уровне, молодцы. Как бы сыгранность есть, команда, в общем, такая сыгранная уже. Как бы мы занимаемся именно футболом в этой направленности. У нас есть какие-то свои тактики, как-то мы друг друга уже знаем, где как отдать, где как открыться, как бы, ну, на опыте, в общем, так сами. В результате дружеского матча с большим отрывом выиграла команда «Медведей». Победителям в честь праздника силовики вручили открытки и подарочные сертификаты. Обе команды от игры получили массу положительных эмоций и договорились встретиться снова. Мария Сираева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».